Thank you.
песня на мои слова. Самая серьезная из всех моих песен. Я ее тоже тут и не только здесь пела. Thank you.
не исполнялась еще на публике. Это будет такой, наверное, эксперимент. Она на стихе Инны Леснянской. Немного, наверное, для меня нетипично. Ну, не песня на стихе Леснянской, а песня такого жанра. Отчасти актуальны и то, чего бы хотелось, наверное, и дальше.
яркое живое пламя, красное, белое, желтое, переливчатых оттенков, упрямые и робко дышащие, тянущиеся в этот мир, сначала осторожно, потом все смелее, сбегающие по ветвям, встающие на крыло, пробующие землю на ощупь, удивленное, любопытное, живое, только бы ты не угасла, только бы тебя передавали из рук в руки, только бы ты тянулась ввысь вновь и вновь, с каждым днем, с каждым годом, только бы ты горела, но не сгорала, переливаясь всеми цветами, согревая и согреваясь. Вот только бы продолжалось, пусть и без всякого смысла, жить. Про камень нужно читать? Обязательно. Пожелание публики все-таки лучше выполнять. Так, сейчас, надеюсь, оно откроется. Кинь камень в того, кто еще живой, шероховатый, костистый, ветвистый, надрывающий землю, сотрясающий воздух. В того, кто смеет любить не по правилам, прописанным в пудовых книгах, изъеденных плесенью. Плесень, кстати, тоже живая. Вытрави. Кинь камень в того, кто похож на тебя, за то, что похож не во всем, но в чем-то при этом похож. Это слишком смахивает на издевательство. Кинь камень в зеркало, искажающее черты, за то, что правое в нем левое и наоборот. Кинь камень в того, кто прячет живое глубже, ведь чем глубже, тем непонятней. Вытрави. Или в того, кто сам лезет под град камней, прицельно, именно в него. Он же сам этого хотел, пусть и получает. Или в того, кто смеет кричать и плакать слишком громко, слишком надсадно. Пусть замолчит. Кинь камень. Иначе как мне узнать тебя в толпе тех, кто трусит и прикидывается? Будь смелее, нужен. Кинь камень. Вот такой традиционный текстик. Вот, но он есть. Спасибо. У меня время истекло, так понимаю. А что ты хочешь еще? Не знаю. Ладно. Ну, текстик можно еще. А инструменталку на 2 минуты? Ну, давай инструментал. Хорошо, спасибо. То есть микрофон? Микрофон мне уже не нужен, спасибо.